Киев просит Евросоюз создать специальный фонд, деньги из которого шли бы на зарплаты украинским чиновникам. Стали известны подробности встречи премьер-министра Арсения Яценюка с главой европейской дипломатии Федерико Могерини. По его мыслям, без этого невозможно побороть коррупцию во властных структурах. Об этом же он, кстати, ранее писал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. О реакции руководства ЕС на столь неожиданное предложение содержать госаппарат целой страны за свой счет пока ничего не известно. У нас.